Подходите ближе. Чем больше вы думаете, что вы видите, тем проще вас обмануть. Леди и джентльмены! Сейчас на ваших глазах! Мы ограбим банк! На счет три вы отправитесь сквозь пространство и время в свой банк в Париже. Раз, два, три! У каждого в этом зале были тяжелые времена. Кто-то лишился дома или машины. И сегодня мы вернем вам часть ваших денег. Спасибо всем! Мы четыре всадника! Хорошего вечера! Банк был лишь прикрытием, пока они проворачивали настоящий фокус. Я был прикрытием в 140 миллионов долларов. Ведь все любят фокусы. Стоять! Чтобы я ваши руки видел! Кажется, я вас не расслышал. Вы сказали, фокусники ограбили банк? Тебя разыграют. У тебя, как мы говорим, нет туза в рукаве. А если есть, значит и вы, и ФБР, и Интерпол верят в магию. Первое правило магии – всегда будь умнее других. Раз, два, три, и... Хочешь знать, как им удалось? Скажи волшебное слово. Год назад они были уличными фокусниками. Теперь они проворачивают потрясающие ограбления и не получают с этого ни цента. Ты же понимаешь, что это игра мирового масштаба. Вегас был лишь началом. Этому фокусу уже 100 лет. Мы столкнулись с чем-то невероятным. Мы все здесь по одной причине. Мы не можем все бросить. Разоблачи и уничтожь их. Полагаю, то, что сейчас последует, какой бы трюк они ни задумали, они удивят вас. Смотрите внимательно, потому что чем вы ближе, тем меньше вы увидите.